Ну что ж, но такой тоже хороший момент для того, чтобы вернуть интерес зрителей. Матч, и вот еще один шанс, и забивают мяч футболисты сборной Финляндии. 1-1. Отличился Паулюс Араюри, защитник центральный. Как он оказался в этой атаке на позиции центрального нападающего? Первый мяч Араюри. Он даже раньше, видимо, к стандартам мог приложиться хорошенько. Хотя, ну, габариты располагают, казалось бы, да, мощный такой. Наследник Сами Хюпер такой, своему амплуа, как разобрался здесь, здорово. Подработал одним касанием мяча. Пас ему сделал Тему Пуки. А сначала Хямеляйнен здорово сыграл. И, подработав, ударил неотразимо.